Три партии запрещенной непищевой продукции выявили сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия в период новогодних праздников и выходных. Всего было проверено 235 объектов торговли, которые реализовали запрещенный лосьон «Витасепт», содержащий 95% спирта. Продукция снята с реализации. В целом по республике охвачено рейдовыми проверками 468 объектов торговли. Приостановлена реализация 23 партий спиртосодержащей непищевой продукции. Объемом 83 литра. Проверки специалистов управления Роспотребнадзора продолжаются.